eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Еще раз всем привет, друзья, с вами студия Castle TV и Strike. Мы продолжаем наблюдать за матчами Star-серии. На этот раз Hellraisers против команды Alternate Attacks на карте The Dust 2. Knife Round, по идее, должен начаться прямо сейчас. Так, ну вот таким образом мы добавим звучка и ждем начала Knife Round. Уже никаких проблем с трансляцией нет, все компьютеры перезагрузились и вроде бы все спокойно. Не будет у нас никаких пауз и перерывов между матчем Virtus.pro Clan Mystic и Hellraisers Alternate Attacks. Нет времени, слишком много задержек в сегодняшнем игровом дне, слишком много казусов произошло сегодня. Поэтому будем просто без перерыва продолжать наблюдать за очередной встречей. И в данный момент Knife Round начинается. Давненько я вообще не видел команду Alternate Attacks в действии. И вот будет сегодня интересно понаблюдать, что же нам покажут парни. Состав Alternate Attacks: Эсмо, Солик, Кристал, Феликс и Рак. Ну, в принципе, такой же, как и был. Я не знаю, ну вот когда последний раз их видел, наверное, месяц или два назад. Ну и Knife Round идет полным ходом. Пока преимущество команды Hellraisers. В живых остается только Эсмо против четверых игроков. HR, они же HR, они же Hellraisers, они же, как хотите, называйте. Эсмо падает от Ангела, и парни будут выбирать сторону. Что это будет за сторона, мне кажется, все-таки будет... Нет, пишут Stay. Вот так новости. Так же, как и команда Virtus.pro, Hellraisers предпочитают оставаться на Дасте втором за дефенс. Точно так же, как это вчера сделала команда Titan. Против Непов. Что-то приготовили Ашеры для команды Alternate Attacks на Дасте втором. Ну и давайте, наверное, за этим понаблюдаем. Что же будет происходить в пистолетном раунде? Ну вот, Атаксы, наверное, приятно удивлены вот таким вот подарком судьбы от Ангела и компании. И будут пытаться сразу же за это рассчитаться с Hellraisers. Феликс, Эсмо и Солик с бомбой на руках отправляются на Б-плент. Рак быстро пробегал к миду. Кристал контролирует поджим с длины. Но вот будет что-то, мне подсказывает, 3-2 миду. Дочь на зигзаге открывает счет фрагом в этом раунде. Забирает Рака. Что будет дальше? Адрен минус. Ой-ой-ой. 2 минуса от Адрена на медле. Кучер на Б. Забирает Солика. Феликс один против четверых. Уходит немец Б-плунта. Понимает, что там его будет плотно встречать. И надо сейчас ловить Ашеров на ошибках. Как видим, с Доси перестрелка ничем интересным не закончилась. Дося должен давать информацию, что ушел в верхнюю Т-шку последний оставшийся в живых игрок команды Alternate Attacks. И что же будет дальше? Дося контролирует перетяжку в Т-шком распауне. Замечает Феликса. Ну, я не знаю, на что рассчитывает Феликс. Должен понимать, что оставшись против четверых, у Hellraisers все будет под контролем. Но опять-таки, вот и первая ошибка. Падает Досян в медле. На пальме подловил. Ну вот дальше понимают Ашеры, что
что стреляться не стоит. С Феликсом довольно-таки опасный парень. Ну и Маркелов вместе с Адреном и Ангелом. Вот на таких позициях. Так, Марик и Ангел. Вроде бы должны сейчас услышать пробегающего Феликса. Феликс забирает Марика на пленте. Если заметит Ангела, это будет провал. Ангел все-таки выступил нежданчиком. Ну как же так, Феликс? Забирает и Ангела. 1-1 против казаха. Вот так провал. Если попадет одну пулю в голову Адрену, то казах упадет. И Феликс, как так? Это эйс, друзья. Ну что же, вот обычно Себастьян был готов у меня для рака. Для игрока команды Alternate Attacks. Но вот теперь рачок вступает в бой. Благодаря великолепной игре от команды HellRaisers. Оставшись вчетвером против одного Феликса, не смогли с ним разобраться. И Себастьян Фас. Просто покусай их, загрызи. Что сделали только что HellRaisers? На ровном месте подарили сначала сторону атаки. После этого отдали пистолетку. Ну что будет дальше? Неужели у нас сегодня какой-то день подарков от команд с СНГ? Ну вот Na'Vi чуть ли не подарили очки команде онлайн Bots. HellRaisers уже сделали два подарка для Alternate Attacks. Что будет дальше? Боюсь себе только даже представить. Одно понятно точно, что HellRaisers сразу же постарались взять экономически, но, как видим, упало уже два игрока. Адрен и Кучер были лишены жизни. Ну и продолжают выходить в миду Alternate Attacks. Дося в распауне получает также порцию свинца, умирает. Рак должен забирать Ангела. Да, ну и Маркелов все-таки сделал. Один минус в этом раунде. Забрал Кристова. 2-0. Команда Alternate Attacks нежданно-негаданно повела в первой половине за сторону атаки. Тем дальше будет интереснее наблюдать за всем происходящим в этой встрече. Эсма на длине. Шаги от провала. Но просто Дося набежал на пулю. Вот и халявка от Эсма. В отличие от предыдущего экономического, Alternate Attacks очень действуют сжато и аккуратно. Соликс, выход в мидл. Ну вот не совсем удачный тайминг. Адрен практически подловил немца на Б. Кучер все-таки делает минус. Будет ли второй? Маркелов. Зигзага поджимает, забирает Кристова. Преимущество одного игрока на эко у команды HellRaisers. Адрен раздобыл где-то девайс. Это произошло у нас в медле. Ну и что же теперь? Шведы, точнее говорю, шведы. Немцы будут двигаться в направлении апплента. Маркелов понимает, что лучше действительно уйти в более безопасные позиции и сосредоточиться на приеме. Ну вот, вместе с Кривым Карасевым. Итак, Феликс будет выходить по зигзагу. Что нам покажет Феликс? Забирает Ангела. Неудачный тайминг. Адрен. Минус Атма. Не дает ему пройти по длине. Маркелов и за секунду просто. Вот на ровном месте HellRaisers сделают два минуса и берут экономически у своих оппонентов. Ничего, казалось бы, не предвещало беды в этом раунде для Alternate Attacks. Но умудрились HellRaisers с ЦЗшками в руках действительно испортить настроение своим оппонентам. Итак, Марик с АВП сразу же берет свою любимую снайперскую винтовку от Азимова. Ну и постарается сейчас продолжить портить настроение немцам. Что-то мне подсказывает, что мы будем наблюдать за невероятно долгими раундами от команды Alternate Attacks. Немцы могут также исповедовать стиль медленной черепахи и атаковать на последних секундах. Ну вот на эк-раунде уже нам... А, это не эк-раунд. Вот это я завтыкал. Так, можно мягко сказать. Ну и бай-раунд от команды Alternate Attacks. Рак, open фраг на зигзаге. Забирает Маркелова. Перестрелка с Ангелом на длине на просвете. Рак также ее выигрывает. Подбирает снайперскую винтовку. Дося на длине. Постарается подловить Эсман. Понимает Дося, что здесь точно есть игрок команды Alternate Attacks. Но вот что это за... Был запрыг с ножом Дося. Какие два фрага? Просто в прыжке с КМ забрал первого. Просто
на префайре, вырубил второго, ну и кучер, точнее вместе с кучером, постарается все-таки засейвить свой АКМ. Но рак, конечно, еще тот рачок. Уверенно вышел на плент, сбрил АВП Маркелова, ну и положил начало успеха в этом раунде команды Alternate Attacks. ХП Дося After Rounds, ну плиз, пишет Асма, но там на самом деле все очень даже прогнозируемо. 18 хп осталось у Досяна. Почему-то никто из Ашеров не пишет, что же там было на самом деле. Так. Полный игнор Эсма. Забили Hellraisers на вот такую вот, казалось бы, простую просьбу сказать оставшееся количество хп и продолжают играть без особых напрягов. Итак, 3-1. У Кристова появляется снайперская винтовка от Маркелова. Ну и у Марика есть такая же. Кто разыграет этот раунд лучше? Марик или Кристо? Егор в предыдущем раунде сыграл не совсем уверенно. Не ожидал вот такого выпада от рачка и был за это наказан. Под флешку прочекали зигзаг. Ну вот знают приблизительно те позиции, на которых может стоять Егор. Продолжает оставаться именно на тех же. Кристал. Нет, это опять-таки же перестрелка с раком. Марик. Ой-ой-ой, чудом выживает Егор. Довольно-таки неплохо попался КМ. Оставил 40 хп и граната лишила всего лишь 24% здоровья снайпера команды Hellraisers. Итак, АВП Маркелова все-таки сработала, но Феликс, упавший в респаун, забирает Марика. Ангел также умирает на пленте, и теперь Дося. В одиночке на длине постарается что-то придумать, дабы оформить неплохое выбивание. Ну вот зачекал, если не ошибаюсь, Кристова. Нет, это не Кристова, это был Солик. Кристов с АВП. Попадает в ногу Адриану Кучер. Тем временем выбивает просто шикарно аплен. Забирает Кристова и Солика. И в живых остается только Эсма, который понимает, что, ну, ничего ему здесь уже не светит. И уходит на сейф своего девайса. 3-2. Качели в первой половине. Раунд за раундом берут то одна, то другая команда. Не отпускает кого-то далеко. Ну, далеко в отрыв, я имею в виду. И будут продолжать бороться Hellraisers за защиту. Стараются взять как можно больше. Ведь все-таки они выбирали сторону дефенса. Егор, тайминговый прострел. Пытался подловить Кристова, но, как видим, не попадает с АВП. Эсма на длине. Прочекал занимающих игроков команды Hellraisers стратегическую позицию. Ну и теперь вот как-то это должно повлиять в этом раунде на атаку команды Alternate Attacks. Итак, рак в очередной раз будет проходить по зигзагу. Постарается опять-таки же удивить, неприятно удивить Егора Маркелова. До этого, в принципе, этого удавалось ему сделать. Первый раз лишил жизни, второй раз оставил красным. Ну и это только начало. Что как раз, что мы с вами ожидали. Невероятно долгие раунды в исполнении Alternate Attacks. Итак, пошел выход в мидл Ангел. Расправляется с двумя игроками Alternate Attacks, забирает Феликса и Рака. Дальше выход должен пойти на Б. Ой-ой-ой, а вот это уже плохо. Адрен получает от Солика на Б пленте Дося и Маркелов. Вдвоем против троих игроков немецкой команды и надо выбивать. Дося в медле забирает Эсма. Солик и Кристал вдвоем против Дося и Маркелова. У Кристова довольно-таки мало процентов здоровья, и он должен разыграть свою снайперскую винтовку. Но она не сработала с первого выстрела. Мажет Кристал. Второй раз также не попадает. И теперь вся надежда Alternate Attacks только на Солика. Солик, ну, постарался подловить хотя бы одного из ашеров. И после этого разыграть клатч один на один. Но Маркелов показывает безупречную стрельбу с АКМ. И моментально лишает жизни немецкого игрока. 3-3, счет равный. Hellraisers берут два раунда подряд, тем самым заставляют Alternate Attacks сливать. И экономический раунд в их исполнении. Смотрим. Что ж, Марик готов принять выход по зигзагу от
своих оппонентов. Есть первый минус, забирает Рака, дальше Ангел с кольта. Не пропускает на прицел Маркелову, ну и получает за это пулю в голову. Вот непонятно, зачем вот так вот теряют девайсы на ровном месте HellRaisers. В живых в итоге остается только Феликс. Постарается Феликс сделать еще хотя бы минус, получает порцию свинца, ну и... Напоследок попадает по голове Кучера в прыжке с P250. Забирает практически все здоровье у Эмиля, но все-таки каска спасает Кучерка. 4% осталось у Эмиля Ахундова, и выживает Кучерок. Третий раунд подряд берет команда HellRaisers. Итак, Кристал с АВП. Марик не пойдет стреляться в мидл, будет агрессивно играть на зигзаге. А что с этим поделает Кристал? Ну, вот на самом деле Рак в медле подловил Кучера. Тем временем Ангел подзим в верхней тэшке. Но Эсмос словил Маркелова и сравнивает счет по фрагам в этом раунде. 3 в 3 ситуация. Как же агрессивно HellRaisers играют на Б-пунте. Адрен и его Ангел-Хранитель просто взяли верхнюю тэшку под свой контроль. Ангел пытался уйти через нижнюю в мидл, но Кристал все контролирует. 2 в 3. И теперь вся надежда на Дося, потому что по длине будут проходить атаксы. И Досян должен включаться на максимум. Есть первый минус. Какой хедшот по Эсмо. 2 в 2. Уже интереснее. Адрен уже бежит на помощь своему тиммейту. Будет через парочку секунд в зигзаге. Кристал и Феликс будут проходить на плен. Дося не спешит выходить в дым. И под флешку Адрена, если... Нет флешки, жалко. Дося. Заметили Феликса. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дося. Попытка ворваться. Сбивает Феликса и уверенно забирает Кристалла. 5-3. Досян подсобрался на максимум. Недаром мы поставили на Досю и наблюдали за ним. И еще один экономический ожидает альтернейт атакс. Ауч, как близко был Марик к первому минусу в этом раунде. Но на скидку не попадает по немцу, но справляется. Забирает Кристова. Слишком много промахов. Адрен упал. Это уже опасность. Надо менять свою позицию. Вот ровно до того момента, пока за спиной был казах, все было спокойно у Марика. Спокойно себя чувствовал. А вот теперь надо очень-очень аккуратно действовать. Маркелов с П. Нет, не с П250. СЗ-шки забирает Рака. Кучер. Минус 40 на В-пунте. Кучер. Ну, надо забрать еще несчастного Эсма. Феликс в медле подловил Маркелова. Ну, все-таки выбили АВП из Егора. Ну и Эсма против Кучерка ловит Эмиля на гранате. Попадает по голове, но забрать не сумел. 6-3. Итак, это уже пятый раунд подряд для команды HellRaisers. Серия из 5. Что будет дальше? Смогут ли продлить ее до максимально длинной? А именно 11 раундов максимум могут взять HellRaisers подряд. Двойной АВП и попытка прострелить пробегающих на Б-плент игроков команды HellRaisers ничем интересным не закончилась. Никто из снайперов команды Alternate Attacks не попадает. Маркелов. Ой-ой-ой, а как же так? Кучер на Б-пленте. Ну вот, наконец-то начинает действовать Эмиль. Показал действительно хорошую выдержку, прождал двоих игроков и сделал два минуса минимум. Должен забирать еще и Рака, да, делает минус, попадает по голове с ТЗ-шечки. Ну и теперь Солик. Один против троих. Немцы просто в тупую проаркадили Б-плент и спокойно с этим справились HellRaisers. Сколько гранат залетает Солику. Просто весь арсенал, который выпал из команды Alternate Attacks при попытке выйти на Б-плент, залетел только что Солику в верхнюю тэшку. Ну вот все-таки круто, когда можно поднимать гранату за гранатой, и вот даже закупаться нет смысла, если можно выбить гранатку из своих оппонентов. Итак, шестой раунд подряд берут HellRaisers. Alternate Attacks после вот такого, казалось бы, неплохого начала, но на самом деле это начало было ошибкой от команды HellRaisers, которые подарили пистолеточку, проиграв ее один против четверых. Ну и теперь уверенно набирают раунд за раундом в стороне дефенса и показывают, что на Дасе втором действительно дефенс также хорош. И неоднозначно, что атака здесь является доминирующей стороной. Адрен падает от Феликса в медле.
Маркелов постарался исправить эту ситуацию с ВПН, но не попал. Марик. Хотя, может быть, и попал. Как видим, кого-то прострелил Егор. Что происходит на карте? Кристал с пунтом на терровском респауне. Смещается в сторону Б-пунта. Кучер тем временем поджимает Б. И, ой-ой-ой, как же Эмиль. Ну, должен слышать. Да, слышит Кристала. Говорит, привет, Кристальчик, спасибо за бомбу. Маркелов минус с ВП в медле. И уже все очень даже хорошо в этом раунде для Хеврейзер. Ну вот только стоило сказать, Эмиль непонятно зачем пошел дальше. Бомба была у него под контролем. Начал стреляться с Эсмо, и Эсмо его штрафовал. В итоге 30 секунд до конца. И Эсмо, наверное, будет сейвить снайперскую винтовку. 7 хп, и, конечно же, это будет сейв. Ну вот пока у Alternate Attacks абсолютно ничего не получается в атаке. Дося перестрелял снайпера на невероятно дальнем расстоянии и ставит точку в этом раунде. 8-3. Седьмой раунд подряд берет команда HeavRaisers. Что теперь будут делать Alternate Attacks? Ну, видим, по деньгам. В принципе, можно нашкрябать на бай, но этот бай будет, можно сказать, жиденьким. И без гранат, без действительно мощных оружий, именно снайперские винтовки, могут способствовать всему этому. Будет очень тяжело. Ангел, поджим медва. Ну вот агрессивно попытался Карасик разыграть эко-раунд своих оппонентов. Поджал в мидл, сделал всего лишь один минус. Ну и дальше в игру вступает Егор, который также мажется ВП. Нельзя забывать, что подарил Ангел девайс, и могут с этого начаться проблемы. Итак, Егор уже на пленте. Вместе с Доси, но тем временем Адрен все-таки подловил Феликса в медле. Кучер поджал с Б-пунта, забрал Солика. Дося минус Кристалл, ну и остается тот самый Эсмо. Кольцом в руках, и не смог он перестрелять Адрена. Серия из 8. Серия из 8 раундов подряд в защите на втором дедасте от HeavRaisers продолжается. Закупочка от Alternate Attacks. У Кристалла по-прежнему АВП. Продолжает верить Кристалл, что это АВП действительно ему необходимо. Посмотрим, что там у нас со статистикой. Ну да, два фрага действительно просто идеально отыгрывают первую половину Кристалл. Снайперская винтовка практически в каждом раунде. И аж два фрага. Ни хрена ж себе сколько настрелял Кристалл. Итак, Адрен. Два минуса в медле. Будут выходить на Б-плент. Кучер готов принимать все это дело. Попадает по первому и моментально забирает второго. Феликс. Один против четверых. Ну вот стоит в дыму. Дося вроде бы нащупал. Да, нащупал немца. И без шансов забрал. При этом Феликс успел поставить хедшот Ангелу. Девятый раунд подряд берет команда Ашер. Ну и, по-моему, Alternate Attacks уже немного отчаялись во всем происходящем. И не верят в свои силы. Не верят, что могут хоть что-то изменить в этом матче. Кристал по-прежнему с АВП. Наконец-то! Кристалу удается попасть по пробегающему кучеру. Попадает также по Маркелову. И есть второй минус. Ну вот, чрезвычайно агрессивно попытался разыграть свою снайперскую винтовку Егор. Знал, что там АВП, который его контролирует. И вышел, не попал и был моментально наказан. Итак, что у нас осталось у команды HeavRaisers? Дося на апленте, Адрен в медле, Ангел поджал. Нет, не поджал, Ангел просто под воротами в медле. Ну и вроде бы будут проходить по длине. Дося запускает в респаун рака. Продолжает оставаться на этой позиции. Адрен ждет. Ну вот дым все-таки очень неплохой. Дося минус на А, забирает Феликса. Прострел. Ой-ой-ой, Дося, надо менять позицию срочно. Забирает еще и прыгающего рака. Кристал минус Дося, Ангел один против двоих. Ну и теперь Кирилл Карасев в клатч-раунде против двоих игроков Alternate Attacks. Все-таки Эсмо. Все-таки Эсмо ставит точку в этом раунде. Забирает Ангела. И еще раз в 2 ВП будут стараться играть этот раунд Alternate Attacks. Эсмо с довольно-таки неплохим респауном будет выходить на длину. Кристал будет стараться не пропустить Ашеров на бэплэнд. Ну и посмотрим, наверное, за это. Под флешку. Дося все четко делает, забирает и штрафует снайпера команды Alternate Attacks. Преимущество в последнем раунде у Ашер.
Кучер, зачекал столько под бэплентом. Маркелов с подсадки забирает рака. Ну вот так вот работают снайперы у Хеврейзер. Также сыграли парни в 2 ВП, и эти 2 ВП куда продуктивнее, чем снайперы команды Alternate Attacks. Адрен. Ну вот так легко перестреливает снайпера Атаксов. Забирает Кристова в медле. Солик и Феликс. Вдвоем против пятерых. Кучер жмет с бэп-лента. Забирает Феликса. Солик. Один одинешенек. Против всей команды HellRaisers в последнем раунде. 50 секунд на все про все есть у немца. Ну и что же делает Солик? Забирает Кучерка. Бомба уже на руках. Постарается выйти на бэп-лент, но здесь все контролирует Адрен. И уверенный хедшот, уверенный фраг, 11-4. И смотрим на статистику. Что происходило у нас у команды Alternate Attacks? Феликс, 15 фрагов. Ну вот единственный, кто боролся, действительно боролся за раунды в первой половине. Кристал, Эсма, Рак, Солик. 5-7-6-6. Вот такое количество фрагов у оставшейся команды Alternate Attacks. Дося, фраг лидер HellRaisers, 18-4. Ой-ой-ой, 4 всего лишь раза умер Дося. Как раз таки в тех раундах, когда умирал Досян, эти раунды проигрывали HellRaisers. Ну, на самом деле, там был и засейвленный раунд от Доси, но 4 отданных раунда и 4 смерти от Доси. 3 MVP, 39 очей. Кучер 14-7. 36 очей. Ну, в принципе, все остальные идут также ровненько. 12 у Маркелова, 11 у Адрена и 9 у Ангела. 7 секунд до начала второго пистолетного раунда. И для команды Alternate Attacks все решится уже, скорее всего, в нем. Хотя все мы прекрасно видели, как в атаке взяли Атакс и пистолеточку, и потом без шансов HellRaisers взяли эко в ответ. Ну вот пока непонятно, что же будут делать HellRaisers в этом раунде. Адрен уже есть open frag, в медле подловил Кристова. Спокойно будут вот такие вот позиции подлавливать команды Alternate Attack, ловить на ошибки немецких игроков и в итоге будут проходить по зигзагу. Рак стоит впритык под воротами в медле, слышит абсолютно всю перетяжку команды HellRaisers и должен давать инфу своим тиммейтам, что, наверное, принимать вот так вот просто не стоит выход, а надо сыграть на какой-либо перетяжке. Итак, Феликс. Ой-ой-ой, а вот это проблемки. Рак заходит в спину, забирает Ангела. Солик минус Кучер. Солик также убивает Адрена. Ну и дальше просто за секунду Маркелов делает 2 минуса. Будет ли третий от Марика? Дося не дает выйти с респауна Феликсу, но Рак зигзага делает третий минус в этом раунде. Дося 1 на 1 против Рачка. Рачок или Дося? Рачок или Дося? Но все-таки Рачок, он и в Африке Рачок. Четко понимает, где находится Досян, и Дося ставит, ну, просто невероятную точку в этом раунде. Казалось бы, Рак должен забирать Досяна. У Доси закончились патроны. Рак пытался все это время попасть по игроку команды HellRaisers, но, к сожалению, сделать этого не смог. Поэтому Себастьян, опять-таки же фас. Фас на Рака. Разберись-ка с ним, кто, если не ты, сможешь поговорить с Рачком в соло. Итак, эко-раунд от команды Alternate Attacks. Дося уже выходит на длину. Есть первый минус в исполнении Досяна. Граната отличная под ноги Кристову, но не справляется со стрельбой. А надо еще прочекать Эсма. И Эсма также падает. Но от рук Кирилла Карасева. Феликс и Рак вдвоем против четверых игроков HellRaisers. Все четко контролируют Ашер. Видели посадку на аплэнд. Знает, что Рак находится так же близко. И разбираются с ними без шансов. 13-4. 3 раунда остается HellRaisers для победы в этом матче. У Alternate Attacks все очень плохо. Все невероятно плохо. Маркелов с ВП с первым респауном будет выходить на длину и пытаться отстрелить кого-то из немецких игроков. И как раз таки туда идут немцы. Итак, Марик с ВП не попадает по Солику. Дает тому спокойненько занять яму. Тем временем тиммейты уже орудуют практически по всей карте. Адрен занял зигзаг. Ангел ждет Рачка в медле. Рачок погибает. Ну вот все четко дожидается Кирилл Карасев.
И... продолжает терроризировать альтернейт Атаксиса. Под выходом с мидва Дрен уже готов выходить по зигзагу. Смотрим за Дрен. Ой-ой-ой, под флешечку немцы! Должны были забирать Адрена, но стрельба просто безупречная у Hellraisers в этом матче. В живых остается только Солик и постарается забрать хотя бы девайс команды Ашер. Дося, ой, заметил Дося и проигрывает перестрелку Солику. Вот тот самый девайс упал, но Ангел не дает его засейвить Солику. Моментально забирает немца, 14-4. И два раунда остается до победы в этом матче. Два фрага настрелял Досян. Также уверенно начал играть за атаку, как это делал за дефенс. Кристал с АВП. Вот так нашифровочка, а? В подсадке пытались стрелять кого-то в медле, но вот такую же подсадку исполнил Hellraisers. Дося пробежал прицел немецкого снайпера и остался чудом жив. Тем временем, что творится у нас на карте? Ну, как видим, потихонечку под свой контроль берет ключевые позиции команда Hellraiser. Занимает мидл, готовит платформу для атаки. Ну и куда же все-таки пойдут парни? У немцев вот такая вот расстановочка. Эсма на длине. Соли контролирует выход по зигзагу. Кристал с АВП на Б-пленте. Феликс на подстраховке и Рак находится в медле. Ну вот все-таки делают акцент на прием раунда Б плюс мидл. Но Hellraisers, по-моему, пойдут на Ангел. Готов открываться на зигзаге. Маркелов где-то сделал минус. Это произошло у нас в медле. Подловил Кристова. Кстати, забрал АВП команды Alternate Attacks. Кристал в этом матче вообще не заметен. Его снайперская винтовка не реализовала себя даже на 5% от общей сложности, от общей суммы потраченных денег. Так, упал врачок на длине. Солик. Один на пленте. Ну вот, что делать Солику в таком вот непростом моменте? Практически вся команда Hellraisers будет заходить на него. Есть первый минус. Забирает Адрена. Под себя кидает Молотова. И Ангел моментально наказывает немца. Дося, минус Эсма. В живых остается только Феликс. Попытается ворваться из дыма. Но, как видим, все контролируют Ашеры. 15-4. Один из матчпоинтов для Hellraisers. И никаких проблем Alternate Attacks не сумели навязать своим оппонентам на карте DDoS 2. Дося падает от рака в медле. Агрессивно сыграл рак. На зигзаге выбежал на мидл, забрал Досяна и вывел свою команду в численное преимущество. Ну что же, постараются Alternate Attacks отыграть хотя бы парочку матч-поинтов, дабы хоть как-то скрасить всю эту ситуацию перед своими фанатами и болельщиками. Ну и под флешку Ангел выходит в мидл, получает по голове, но реакция у Кирилла Карасева очень хороша и сразу же дает хедшот в ответ. Маркелов забирает Кристова, который с мухи дважды попадал по Марику в этом раунде. Адрен. Отличный хедшот по Эсмо. Солик один против четверых. Вот так вот. Все начиналось с минуса от Рака. Ну и теперь ситуация 1-4. Солик заходит в мидл, забирает Маркелова, постарается сделать еще хотя бы минус. Как же так? Ангела просто не заметил. Кирилл мог даже зарезать немецкого игрока. 16-4. Вот такой вот счет на карте DAST 2 против Alternate Attacks. И мы с вами отправляемся на небольшую рекламную паузу и готовимся к следующему матчу. Следующая встреча, которую мы с вами будем наблюдать, это заруба между командами Virtus.pro и все теми же Alternate Attacks. Далеко не разбегайтесь, я скоро вернусь.